Вам помочь? Обязательно. Спасибо. А куда кидать? Прямо сюда кидайте машину. Кидайте, ну, мы потом уложим. С той стороны. Ну, давайте. Давайте вас там кидать будем. Здравствуйте. Спасибо большое. Постельное, ну, перебить. Спасибо, ага, спасибо. А здесь мы купили своему, он никак в них не ходит. Понятно. Это ботинки. Приучать надо. Не, бесполезно. Ага. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное, спасибо. Когда кошка тоже плакала, конечно, да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Человек к нам пришел. Спасибо огромное. Спасибо, приходите к нам еще. Спасибо. Карусели. Ну, спасибо. Мы здесь еще посмотрим. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Прекратите. Приятно, когда мужчины помогают. Это редкость. Мы приют хотели сразу. Мы же там живем. Помните, мы приезжали летом? А. Хаски брали гулять. Делают очень важное дело. Молодцы, ребята. Вам поможем, чем сможем. Спасибо. Спасибо большое вам. Да, да, как хотите, да. Спасибо большое. Что-то у вас сегодня мало. Да, сегодня что-то видимо. Видимо, после праздников люди подрастратились. Ну все. Спасибо. Всем привет. Спасибо большое. Приезжайте. Спасибо. Мы приехали в приют вот с губернского рынка. Тимба принимает подарки. От нашей подписчицы мешок корма для собак и мешок корма 20-килограммовые мешки для кошек. Спасибо. Полная машина большое. Корма для кошек. Вот, вполне просто не бывает. Палец просунуть нигде нельзя. Значит, от кого добродетель посчитал остаться неизвестным. Так что помощь можете показать. Сейчас пропущу. Кошачьего. Ну, короче, здесь больше 700 килограмм. Кошка мне полгода, наверное. Так, вчера с Пэка я забрала вот такие мешки. Пришло на мое имя. Не знаю, что это. Вот мы сейчас будем открывать, смотреть. Ножа нет у тебя? Так, у нас сколько тут получается? 4 мешка. Что это такое, я не знаю. 4 больших мешка. Подстилки, да, я так понимаю? Да, да, да. Это шитые подстилки офигительные. Угу, супер. Что, давай все вскроем?